Всем здравствуйте, дорогие наши подписчики, гости нашего канала. Добро пожаловать в наш канал. Наш канал — наша деревенская жизнь. Вот мы с гусичками вышли на прогулку. Смотрите, какая кругом грязь, кругом лужи. У нас дожди, 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 еще раз дожди. Все лето не было дождей в Кургане. А теперь нас заливают дожди. Вот такие вот дела. Напишите, пожалуйста, кто смотрит мой канал, у вас какая температура, какая погода, чем вы занимаетесь. Я сегодня вот сейчас с гусями пройдусь, потом пойду собирать огурцы, банки буду закрывать. Такие вот дела. Дожди, погодка не позволяет собирать помидоры с кустов. Если собирать, они будут мокрые. И если только единственное, что если собирать, дома сушить, прежде чем складывать, да, по ящикам. Вот мои серые гуси. Вот мои белые гуси. Ну, там еще один серый. Вот он. Погодка у нас пасмурная. Передают сегодня дожди, дожди, дожди. До понедельника у нас будет дожди. После понедельника, вроде бы там смотрела, как бы дожди не намечаются. Пошлите, пошлите в грязно. Красавец мой, красавец, как он у меня чумазый, чумазый красавец. Понятно, лужа-то грязная, они вот в грязи вот в этом. Ну что ты, красавица моя, иди. Иди, красавица моя, иди, иди. Вот смотрите, как они камушки все ищут. Какие чумазые. Ай, мое. То, что они чумазы, для меня это вообще не имеет никакого этого. Неважно, то есть, скажем так. Самое главное, что живы и здоровы. Вот это самое главное. Да? Вот, видите, у них радость-то какая. Нашли лужи с водой. Вот, вот, вот это самое лакомство для них. Так как, когда вода и лужа, они находят вот эти маленькие камушки, они ее глотают вместе с водой. Когда воды нету, конечно, им это плохо удается. Поэтому они находят лужи. Где лужи, там и начинают ковыряться, скажем так. Да, красавица моя, иди. Вот без резиновых сапогов точно никак у нас не получится прогуливаться и прочее. Пошли дальше, дальше пошли. Пошли дальше, мои. Ой, слава тебе, Господи, у нас вот солнышко выглядело. Здравствуй, родной. Мы тебе рады. Боюсь, как бы телефон, не дай бог, не уронить в эти лужи. Я такой человек, прям вообще молодец, на все способная. Когда что-то происходит дома, я мужу рассказываю эту историю, он говорит, я не удивлен. Вот я, правда, вот недавно в город собираюсь. Одеваюсь и сама не знаю, одеться-то вроде бы одеваюсь, а мысли-то не знаю, у меня где-то на 18 этаже. Ноги одни одела, штаны, носки и обувь. А вторую ногу штаны не одела, обувь и носки одела. А потом как давай смеяться. У меня весь дом был на ушах, как я от моего смеха, как я смеялась-то, когда поняла, что я ногу-то не одела, одни штаны. Мужу показываю, муж мне говорит, иди так. Потому что у меня много чего бывает такое вот. Ну, такие вот дела. Мои красавцы. Ой, они у меня вчера дома хорошенько поели, родные мои. Да и не только вчера, но вчера как-то вот малыши у меня, то, что не доели, я им все насыпала. Ой, счастливые, довольные были. Пошли, пошли отсюда, собаку не терроризируйте у дедушки. Пошли, пошли, пошли там дальше травы. Пойдем, пойдем, мои красавцы, пошли. Пошли, 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 пошли. Пошли. Кусечки, красоточки, пошли. Дедушка спит, я его всегда в окно смотрю, машу ему, а он все не спит. А этот вот у меня любитель ягод. Прыгун мой. Вот если ягоды это не достает, когда он прыгает, а сейчас ему прыгать-то и не надо, они вблизи все есть. Вот. О, какое счастье для моих. Ой, ну надо же, а!
Вот не, что, болото что ли не поделили? А ну тихо! Тихо! Вы что, болото у меня не поделили, что ли? Ты чего, красавица домой? И вправду болото не поделили. Тихо! Ой-ой-ой. У меня гуси две группы. Каждая группа защищает свое. Моя шумная компания. Вот они, мои красавцы. Какая красота у тети Тони. Здесь живет тетя Тоня. Красавица. Береза. Вообще так мне нравится. Вот. Ну, настоящая русская деревня, да, скажем так. Настоящая. Береза, красавца. Раньше же любители были все. Сирени, березы, калину, рябину садить-то. Вот еще какой-то кустик. Что-то я тут добавляла, мне в комментарии писали. Я забыла, как называется, опять же. Память-то, ё-моё, девичья, ничего не помню. Интересно, их едят, нет? Ну, наверное, едят, да? Я сейчас даже пробовать не буду. Я представляю, если они окажутся горькими или еще что-то в этом роде. Мне неохота ее пробовать. Вот видите, уж раньше вот любители все же этого всего были. Сажали все. Вот, как говорится, от бабушек, от поколения, скажем так, поколение все и передалось, все и осталось. Вот. А вы представляете, что у меня сейчас тоже в загонах-то творится, если про улицу, лужи кругом, да? А что про мой загон говорить? Просто история умалчивает. Я вчера и так боролась с этой грязью, только вроде бы маленько, ну, беру эту лопату и... Вот эта шляка-то вверх, верхнюю, в одну кучу. А остальное-то земля-то как бы вроде бы маленько проветриваться начала. И тут опять же дождь прошел. Вот такая вот история. Вот мы с моей шумной компанией гуляем. Гуляем, еще раз гуляем. Вот такие вот у нас дела. Что такое? Девочка моя, вот она. Вот знаете, вот когда лужи везде, кругом лужи, да? Вода, кругом вода. Да, да, лучше так скажем. Когда кругом вода, моим гусям не важно так еда, вот трава или еще что-то в этом роде. У них вот купаться, купаться, купаться. А когда вот выхожу в сухую такую погоду, они... Едят больше, чем плавают. А сейчас что для водоплавающих говорить-то, да? Так что вот. Кто чем занят, да? Вот бы сегодня уже дождя не было. Ну, хотя стоит... Ой, крыльями машет мой красавец. Хотя дождь стоит, целый день сегодня стоит. Перерывы такие вот маленькие перерывы бывают. А без дождя тоже не получается. Красавица моя купается, купает, чистится. Не знаете, какая чистоплотная птица гуси? Если они увидят, у себя перья грязные, они всегда чистятся. Вот, мол, тоже крыльями машет, красотка моя. Да, красавицы, красавицы мои, чистятся. Кто чем занят, купаются, кто... Так что вот,
Вот наша утренняя прогулка.